Hello, zusammen. Всем привет. Витаю. Очередные шлюзы через мостик. То есть что здесь тоже вода регулируется. Мы продолжим гулять по нидерландскому городу Харлинген. Санкт-Михаэль-Кирк. Церковь Святого Михаила. Готический стиль. Наверное, кто-то женился. Da steht's Auto. Ja. Das ist Denkmal. Das ist der steinerne Mann. Ja. So hier oben lang. Ist hier vorne, wo wir gefilmt haben. Ja. Debattenpromenade. Das ist das Boot. Mhm. Und dann sind wir jetzt hier so rum. Wir sind von linker Seite gegangen. Und jetzt sind wir in der Kirche. Ja, aber tut okay. Wir gehen und, weiter. Jetzt gehen wir hier weiter in Norderhagen, in der Vorstadt. Okay. Und dann wieder vor, dann sind wir an derselben Stelle vorne. Dann werden wir wieder so zurücklaufen, denke ich mal. Okay. Nochmal gucken auf die Schiffe. Gut. Тут такие обалденные витражи. Оторваться. А сбоку витражей нет. Скорее всего, были какие-то разрушения во время войны. Их просто-напросто не стали восстанавливать. Мы дискутируем, что вот это такое за белая штука. Мы думаем, что-то для какой-то вентиляции. И думаем, что-то из какого-то корабля, но у нас нет никаких других идей. Второй канал в этом городе, более-менее широкий.
тут написано штат Куэс. Мы думаем, что это ратуша. Но возле меня нет никакой площади, она стоит напротив канала. Скорее всего, там, где был украинский флаг. Там городская площадь. И там проходят все мероприятия. Церковь, которая расположена сразу за ратушей. Вот это, вот этот переулок называется Ратушный переулок. Вот впереди ратуша с задней стороны. Голландский сэндвич с карнелями. А у Миши fish and chips. Не, кабельяо. Кабельяо, окей, кабельяо. Такой маленький город, а столько таких красивых зданий. Это Hafenmeister, то есть ведомство для порта. Портовое ведомство, или как сказать? Hafenmeister. Anno 1728. 1728 год. Типичные голландские фасады. К завершению нашей прогулки по Арлинген мы решили показать еще небольшую панораму сверху. Клево, правда? Весь порт, который я уже снимала. Но немного вид сверху. Автовокзал. Проезд в один канал, вот там вот проезд в другой канал. Эти все раздвижные мосты. Здание порта. Масты парусников сзади видны, которые стоят в канале. Миша говорит, он мог бы провести здесь часы. Вот этот мост, как он раздвигался, я вам показывала также. Мост, который справа. Поезд, который нас удивил. Мне невозможно оторваться.
trees. No stress. Это современные нидерландские квартиры, в которых живут обыкновенные граждане. Дом вот построен в 2017 году. Голландский фасад, но что-то и современное в этом во всем. Даже на кораблях есть украинский флаг. На обыкновенных местных парусниках. На этом все на сегодня. Мне очень понравился этот город Харлинген. Наверное, в нем очень приятно жить, ощущать всю эту морскую атмосферу, видеть эти замечательные фасады. Я надеюсь, вы останетесь со мной. Будь со мной. С вами была Наташа. И до следующих встреч.